Меня зовут Далила, я из города Уфа. Учусь я в 6 классе. Это машина Lada Largus, ей уже 8 лет. Купили мы ее в 2014 году. Почему именно эта машина? Потому что она нам показалась комфортной, большой и очень вместительной. Это большой 7-местный семейный автомобиль. На этой машине мы преодолели более 100 тысяч километров. На ней мы были в разных городах и даже в одной стране. Сразу после покупки мы решились на дальнюю поездку в страну души Абхазию. Водителем этой машины является мой папа. И сейчас он расскажет про свою машину. Меня зовут Фарид. Эту машину можно назвать домом на колесах. У нее огромный багажник. Влезает и велосипед, и куча вещей для дачи, для работы, различных габаритных вещей. Эту машину я приобрел взамен на ВАЗ-2114. Эта машина словно создана для семейных путешествий. На ней мы много передвигались в любую погоду. Неважно, будь то снег, дождь или слякоть. Мы совершенно не жалеем о том, что приобрели именно эту машину. С помощью этой машины мы получили много хороших впечатлений и воспоминаний.